Всем привет! С вами я, Дмитрий Престо. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня пирог с мясом. Начинка просто обалденная. Крышу сносит на раз. И это пирог не привычный вам уже за 10 минут. Нет, для сегодняшнего вынь да положь часов в 5. Но оно того стоит, поверьте. Про рецепт сегодняшней начинки я вам уже как-то говорил. Это немного модернизированная начинка из советского еще справочника для технологов пищевых производств. Отличие небольшое. В древнем справочнике пирог заправляется белым соусом. В той книжке называется бешамель. Я тоже собираюсь использовать бешамель, но приготовлю его на ароматизированном молоке. В этом и заключается моя модернизация, и она очень важна. Однако, хватит болтать. 5 часов готовить. Для теста нам понадобится мука пшеничная высшего сорта, молоко, его можно слегка подогреть, соль, сахар и свежие дрожжи, можно заменить инстантными, сливочное масло и растительное масло. И из всего вот этого надо замесить тесто. Отправляю, держу все подряд. Мука, соль, сахар, дрожжи. Дрожжи можно сразу размять вот так вот вместе с мукой. Вот так. Так они лучше всего перемешаются. Да и соль с сахаром тоже лучше в сухую с мукой перемешать. Теперь молочко. И сразу масло. И вымешиваю. Если у вас планетарного миксера нет, можно вымешивать обычным. Или вообще действовать руками. Да, конечно, будет не так удобно, как при помощи механизации, но тем не менее. В моем агрегате вымешивание займет минут 5-6. Если руками будете месить, ну, минут 8-12. Да, тесто получается несколько более влажное, несколько более липкое, чем хотелось бы. Но это очень важно. Чем более влажное тесто, тем легче дрожжам работать. Смотрите на консистенцию. Разная мука обладает разной способностью к влагопоглощению. И, возможно, вам придется корректировать количество жидкости. Добиваться надо именно такой консистенции теста. Не гонитесь за густотой. Остается накрыть полотенцем, чтобы поверхность не пересыхала, и отправить в духовку. Там сквозняков нет. А лампочка обеспечит нужную температуру. Оптимальная температура 26-28 градусов. А сквозняки опасны тем, что поверхность теста быстро сушит. Корочка появляется, которая мешает подъему. Безобразие, короче. До встречи примерно через час. Олива, между прочим. Возможно, даже плоды в этом году будут. Давайте смотреть. О, как поднялось. Сейчас надо второй раз вымешать тесто, чтобы выгнать углекислый газ и хоть в какой-то степени насытить тесто опять кислородом. Дрожжи в аэробном режиме в 3 раза более эффективно работают. К тому же интенсивное вымешивание развивает глютеновый каркас, вы знаете. Делает тесто более эластичным, отчего оно проще удерживает углекислый газ, выпечка становится воздушнее, бла-бла-бла. Короче, начну заниматься начинкой. Для начала надо обжарить фарш. И я это делаю на растительном масле. О, процесс пошел. Самое время нарубить лука. Его можно положить побольше. Он даст сладость, он даст классную консистенцию. Вообще фарш луком, близнецы-братья. И одного из близнецов надо помешивать, чтобы не сгорел. Смотрите, он почти весь побелел, значит, можно уже и луку добавлять. Отлично. И сразу перемешать, без фанатизма. А тесто, я думаю, уже вымесилось. Смотрите, в каком оно состоянии. Уже практически почти не липнет стенкам дежи. Это значит, что каркас уже развился. Отлично, убираю его в духовку. Пусть дрожжи поработают. И еще час. Так, что там с фаршем?
ним все отлично. Будет еще немного потомиться. А я займусь бешамелем. Кастрюльку. Сразу же лук и стебли петрушки. И парочка лавровых листов. Но я думаю, кусочек стебля сельдерея тоже будет не лишним. Пусть греется. Никакими другими способами классно ароматизировать бешамель не получится. Вот наверняка сейчас многие из вас скажут: вареный лук в молоке, Димыч, да ты больной. Попробуйте, просто попробуйте так приготовить бешамель. Вы тоже заболеете. Кипятить, кстати, не надо. Доведите до кипения, убавляйте огонь и на самом слабом прогревайте минут 10. Про фарш не забываем. Самое время посолить и добавить черного перца. Как следует перца. Вот так. И перемешать. Ну и можно включать уже. Все, пусть остывает. Молоко ароматизируется, тесто подходит. Пора приниматься за бешамель. Сначала в сухом сотейнике слегка обжарю муку. Чем сильнее жарим, тем сильнее ореховый аромат. Ну и соус тем более темный получится. Если же вы хотите более тонких вкусов и ароматов, обжаривайте совсем чуть-чуть. Я вот на этом остановлюсь. И теперь сюда отправляется кусочек сливочного масла. И сразу же начинаю перемешивать, конечно. Не делайте сильный нагрев, чтобы ничего не сгорело. Красота! Вот теперь можно добавлять молоко. Но понемногу. Плюхните сразу все и получите комки однозначно. А если делать вот так, добавили половничек, помешали до однородности, добавили еще один, опять до однородности мешаем, вот тогда никаких комков не будет. И пофигу тогда всякие глупости на предмет. Только холодное молоко в горячее ру, смесь масла муки ру называется, или только горячее молоко в холодное ру. Короче, главное торопиться не надо, все будет отлично. Отлично же. Бешамель греется на самом слабом огне, а я довожу его до вкуса. Естественно, соль, конечно же, черный перец, как следует, так черного перца и мускатный орех. Вот ореха может побольше. Я же соус собираюсь с мясной начинкой использовать. И перемешать. Вот так. Ну и что тут у меня получилось? Получился очень ароматный соус. Шелковистый, гладкий такой. Готовьте только с ароматизированным молоком. Вот точно говорю, не пожалеете. Собственно, остается смешать бешамель с фаршем, и начинка готова. Так. Ну их к черту пироги, а? Так начинку стрескать. Но раз обещал, слово надо держать. Накрою ее и пусть стоит, ждет своей участи. Ну а я подожду окончания выбраживания теста. Тесто второй раз поднялось, значит, время второй обминки. В этот раз сделаю все ручками. Ну, просто, чтобы показать, как оно бывает, если нет тестомеса. Тесто 2 часа уже бродило, глютен окончательно набух, и сейчас оно совершенно не липнет к пальцам. Видите, какая красота. И сейчас вся вот эта обминка делается ради насыщения теста кислородом и для того, чтобы глютен в как можно более длинные нити склеивался, образуя вот этот самый каркас, чтобы тесто было еще более эластичным. Ну и хватит, пожалуй. И тесто отправляется на последний подъем. Опять примерно на час. Не торопитесь с тестом. Чем дольше оно бродит, в разумных пределах, конечно, тем вкуснее, тем ароматнее будет выпечка. Оставайтесь с нами. Майкл Джордан. Ну а теперь наконец-таки собираем пирог. Смотрите,
как оно подошло. А? Красота! Подпыляем стол мукой и вытаскиваем его. Сразу небольшой кусочек отделю на украшательство. Так, а это надо раскатать. Сроду никаких украшений на пирогах не делал, так что все для ролика, все для того, чтобы покрасивше выглядело. По мне так достаточно, чтобы пирог был вкусный, тогда он сам по себе будет красивый. Так, а пирог собирать я буду на бумаге для выпечки. Так, чтобы краешки лучше склеивались. Так, ну и чего? Надо перевернуть. Украшальщик. Украшальщик из меня, конечно. Как из Карлсона транспортный вертолет. Вот в таком виде надо оставить изделие на расстойку. Только накрою его полотенцем, даже двумя. Верхнее надо увлажнить. Увлажняю, чтобы поверхность не пересыхала. А расстойка нужна для того, чтобы пирог получился более воздушным. Я ведь пока его формовал, весь газ из него выдавил. Так что дрожжам нужно минут 60, а то и 70 время поработать. Еще раз, не спешите. Да, и в кухне должно быть тепло и влажно. Подождем. И вот так он выглядит после расстойки. Буковки, конечно, кривоватенькие, но на вкус он гораздо лучше, чем на вид. В печь его. Пирог кодовый, поэтому пеку на камне. Температура 190 градусов. И сразу же на дно стакан воды. Ну, знаете все, да? Температура в духовке высокая, поверхность начинает быстро пересыхать, образуется корочка, она мешает подъему теста, потому что теплота духовки не сразу вглубь проходит и не сразу пузырьки газа расширяются. Поэтому такое вот создание парового облака внутри замедляет образование корочки и позволяет тесту подняться максимально. Ждем. Пюре будет очень пышным и воздушным. Все, он выпекался 35 минут. За 5 минут до готовности я открыл духовку и смазал его желтком, чтобы блестел. После чего я дал ему остыть. Недолго, правда, где-то полчаса, чтобы лишняя влага из теста вышла и чтобы тесто получилось более воздушным. И вот сейчас можно пробовать. Сначала, конечно, разрезать, затем пробовать. Вот так вот. Можно было бы еще ему дать остыть, но уже не втерпешь, честно сознаюсь. Интересно, как выглядит начинка? Смотрите. Вот такая. Две говорящие буквы в названии канала. Пирог. Я думаю, уже все понятно. И вот с этого кусочка пора снимать пробу. Приготовление мясной начинки с соусом бешамель – это самый простой и самый классный способ сделать вашу начинку потрясающе сочной и чрезвычайно ароматной. Такая гамма богатая получается. Не пренебрегайте этим способом. Это супер способ. Попробуйте, извините. Конечно, в таком тонком слое теста оценить его пышность и воздушность не получится. Сегодняшний вариант пирога я готовил по заказу одного из своих юных операторов. А он предпочитает, чтобы начинки было побольше, а тесто поменьше. И вот в этом соотношении получилось на 600 граммов теста, килограмм фарша, 200-250 граммов лука и 500 миллилитров, то есть, считайте, полкило бешамеля. Но для того, чтобы посмотреть, что же там внутри, я подготовил вот этот маленький остаточек, булочку. Давайте посмотрим, какой же там мякиш. Вот такой. Отличный. Тонкий аромат. Тонкий молочный аромат. Легкая кислинка, потому что тесто долго выбраживалось. Короче, это классный способ готовить тесто, и это очень классный способ, спасибо советским технологам, готовить начинку. Берите способ на вооружение, и спасибо за компанию. Всем пока!